Российские врачи обратились к своим пациентам с призывом оставаться дома в период самоизоляции. По их словам, это возможность, если не остановить, то замедлить пандемию коронавирусной инфекции, которая уносит жизни людей. Тверские медики также не остались в стороне и присоединились к акции в социальных сетях. В социальных сетях врачи и медсестры выкладывают свои фото с призывом остаться дома. Во время эпидемии COVID-19, которая приобрела размах пандемии, медики работают практически без отдыха. Персонал больниц не жалуется на усталость, но просят немного помочь, оставаясь дома и не усугублять и без того сложную ситуацию. Это некий ответ на флешмоб «Спасибо, доктор», который все больше захватывает социальные сети. Безусловно, это вызывает, я бы сказала, наверное, трепетное отношения, потому когда тебе говорят спасибо, ты понимаешь, что ты пришла на эту работу, чтобы людям помогать. Несмотря на то, что работаешь давно, и результаты своего труда, безусловно, видишь, каждый случай, он отдельно индивидуальный. Я говорю, у меня мурашки по телу, потому что всегда очень приятно, когда тебе привозят тяжелого пациента, да, он уходит на своих ногах, еще спасибо говорит. Врачи не могут не ходить на работу и ежедневно подвергают себя риску. Они просят людей помочь им и оставаться дома, чтобы не подцепить вирус и не повышать нагрузку на и так переполненные клиники. Большая нагрузка ложится и на медиков, работающих на скорых. Они также присоединились к флешмобу. Видел в соцсетях, что нас благодарят. Спасибо, очень приятно. Но для нас будет благодарностью от вас то, что будете сидеть дома. Сейчас накаляется обстановка в связи с коронавирусом. И самое важное, самое главное – это сидеть дома и не заражать никого. Врачи и медсестры ежедневно рискуют здоровьем из-за коронавируса. Давайте прервем цепочку заражения. Мы верим, что нам по силам это сделать, пишут медики и надеются, что их слова будут услышаны.